Я Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Эх, море. Хазардум, а не море это все. Придумали тоже. Купал, купал. Надоело. Выгреб все южные части. Здесь метки все поубирал. Ну как, поскрывал точнее. Здесь все поудалял, даже те, которые вот с бесконечным... Ну, то есть камушки, которые можно постоянно подходить, дофармить. Чё накопал? Так, накопал я, в принципе, вот. Это всё Ихрас. Это всё Адамант. Здесь камень. Здесь тоже камень. Дерево чуть-чуть. Золото. Серебро. Железо. Олово. Медь. Ух, меди. Чё-то как-то достаточно. Вот. Надоело это все копать, если честно. А, и да, немножечко каменьев на этой глубине. Во всяком случае, вот там, где орки, у меня были только лишь сапфиры. Других каменьев не было. Уже пообвыкся я вообще без факела ходить. И, в принципе, норм. Ну, щитом, в принципе, ходишь, светишь. Пойдем, наберем немножечко всякого разного. Но в первую очередь меня, естественно, интересует, что ж у меня там с фермами. Ладно, сейчас повыгребаю все из себя. Вот сюда приспособлю я их раз, как и хотел. Ага, он стеллаж для гранита называется. Окей. Шлеп. Ух. Что-то прям светится весь. А чё он такой светящийся? Прям... А, это просто... Ну, все равно он прям светится, присветится, да. Ну, естественно, сундуки с их разовым гранитом будут располагаться тоже здесь. Вот как-то так. Потому что, ну... В стеллажах хранить это такое. С ума сойти можно, если в стеллажах все хранить. Я вот что думаю. Так, дальше. Что у меня еще будет? Стеллаж по... Стеллаж для адаманта бы еще пошел. Но я с собой маловато взял. Я его совсем, по-моему, не брал, да? Совсем не брал. Так, надо будет, наверное, еще разочек смотаться. Так, что у меня здесь вообще происходит? Что я в прошлый раз... На заготовку-то запускал. А ничего не запускал, кстати. Так, так, так. Медовые лепешки. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Пока я туда-сюда сейчас буду потякать, бегать. Посмотрим, будут ли они восстанавливать еще что-то. Или это просто тоже будет как фрукты. Облом такой легкий. Ну, кстати, надо подустать немножко. Нет, я еще не достал. А, хотя вот я подустал. Может, крам попробовать на вкус? Давайте попробуем крам на вкус. Че? Нет, крам энергию не восстанавливает. Все. То есть это 100% действительно так и есть. Крам энергию не восстанавливает. Так и щит последнего альянса и не потаскал толком, да? Ну и ладно. Эй, не сюда. А с другой. Отсек. Ладно. Огород. Что такое? А почему? Не понял. Я за все это время оно ничего не проросло. Это потому что я в... Игра, игра, это так нечестно же. Я тебя давно так посадил. Видимо, надо нам будет здесь переночевать сначала. Обидно, досадно. Ну-ка, давайте-ка проверим. Где там наше... Располагается. Если благословения тоже нет... Значит, да, надо переночевать отдельно, прямо в эльфийском квартале.
Нехорошая тема вырисовывается, да, неприятная. Я бы даже сказал, слегка обломная. Надо будет переночевать, посмотреть, как это повлияет. О, лепехи готовы. Тест. Вкусно на вкус, но энергии не восстанавливает. Лечит, но не более того. Как лекарство только лишь разве. Но не как энергии восстанавливающая штука. Как лечилка. Ладно, ночуем здесь. И смотрим, дало ли это эффект хоть какой-нибудь. И, кстати, да, поставлю-ка на переплавочку. Серебро все равно здесь. Пускай плавится. Так, руды у меня, по-моему... А руды у меня здесь, точно. Руды у меня здесь. Не хватает места для руд. Да, железо уже переполнило все. Ну что, третий сундук туда сюда, что? И вариант у нас есть раз. Пока нет толковых у нас мест. Будем теснить все это дело здесь. Неудобно немножко, некрасиво, может быть. О! Хе. Вы мне решили что-нибудь принести толково? Ну раз вы уж здесь. Ща, погодите. Обожжите. О, две оставил открытой, твою мать. Во-первых, раз. Во-вторых, два. Во-вторых, три. We got orcs. Засранцы. Так, этих быстренько раскидаю просто. О, черный алмаз принесли. Давай, собирай, собирай. Хорошо. Так. Выходим. This one's done in. Стоять! Зараза. Хулиганье. Ну, за алмазик спасибо. О, плавится. Хорошо. Что еще поплавим сразу? Да, сразу. Что есть? Пускай плавится. Ага. Так, жажда славы. Мне пока она ничего не дало. Сверхъестественного. Так, что у нас по растениям? Вот это я хотел проверить. Переночевали одну ночь. О, сразу все. Ага, понятно. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Что насобирали? Это все фенхель, тимьяна, по-моему, да, один лишний только. Ну, один посажен был случайно. Снова избавляемся тогда от семян. А, кстати, обязательно нужно сразу сгонять. То есть, чтобы обновилась локация, ей нужно переночевать, иначе не работает. Давайте-ка глянем, прав ли я. По идее, если я прав, сейчас там будет 4 благословения. Ну-ка. 4 ли благословения? Да, 4. То есть, чтобы локация обновилась. Попробуем теперь еще один нюанс. Сейчас мы рассадим все. И приночим еще разочек. Ого, это пиво хоп-гоблет мне такое дает баф. Да. По-моему, да, оно. Ну, героизм и жажда славы, вот оно вот. Пиво хоп-гоблет. Смотрите, сколько у меня. Полосок-то было.
Хорошее пивко, веселое. Сначала буду впихивать, естественно, семена. Хочу от них просто избавиться. Ну, фасоль, кстати, да, фасоль сейчас зайдет. Ну, мяты у меня маловато, да. Мяты маловато. Хотел проверить, можно ли сажать эту шляпу, цветокус. Цветокус сажать можно, пускай... Слишком много света. Ага. Он у нас для других вещей. Он у нас для других вещей. Ну, да, он исчезает. Ничего страшного. То есть он в темноте растет, цветокус. Будем знать. То есть он сажается, но в темноту, скорее всего. Так, ну что, вроде как все рассадил. Они такие, с кучками. Если посажено, то с кучкой. Хорошо. Так, и проверка номер два. Поспать еще разик. То есть эти, значит, прогноз. После того, как я посплю, вот растения, скорее всего, у нас будут по единичке. Дадут, да, первый всход. А вот благословение Элберет. А чего будет счетчик, зависит. От того количества дней, которые я вообще в игре нахожусь. Или же... Так, все. Плавильная печь. Все, там нужно уже уголь добавлять. Пока хватит. Тут руды-то осталось. Все, ничего, конечно. Или уж доплавить. Давайте доплавим. Мне там нужно было серебро на что-то, но проблема была не в серебре, насколько помнится. Я еще раз перепроверю, конечно. Так, тут еще можно сплавить аж цельных, по-моему, три. А! Ох. Хорошо, что первый идет не этот, как его. Первое топливо пошло. Все, вот теперь мы и на остатки, чтобы... Нельзя поставить следом еще, чтобы железо плавилось. Хотя, по идее, топлива хватит на чуть побольше. Ладно, черт с ним. Невелико богатство у нас этого угля. Достаточно. О, поголодал совсем, надо же. И давно такого не было. Не, ну с другой стороны, конечно, прикольно кушать вот эти вот фруктики. В этом что-то есть. Нормально. В принципе, наготовить заранее, да, разве что. Не, мясо это слишком. Мясо мы знаем, куда засовывать. Фрукты, ну, стакаются они. А, кстати, вот лепешки Бьорна, поскольку стакаются, икра нужно. Скорее всего, тоже по десятку, да, будет? Вангую, десятка будет. Ну, давайте заготовим сразу еще лепешек Бьорна. Вот, пускай готовятся. Вообще, конечно, духовки можно так в промышленных масштабах расставить несколько будет потом. Если будет такая нужда, опять же. Но мы проверяем нашу теорию. Что-то он так мало поспал. Угу. Ну и осталось для порядка проверить, поскольку стакается крам. Может, у него какая-то особенная крамольная стаколка. Пускай готовится. Надо же куда-то продукт переводить, в конце концов. Так, и раз уж я здесь... О, тут еще добавился баф высокого настроения, да. После песни на ночь, да, можно получить положительный эффект. Да, по одной всего тут у нас пошло расти. Благословение Элдерит. Сколько его? То есть нужно каждый раз счетчик обновлять или... Вот это меня интересует, да. Каждый раз обновлять ли счетчик или он считает от настоящего. Счетчик надо обновлять. То есть раз в 4 дня
Хоть выставляй себе график, нужно заходить. В других местах его раздобыть возможности не представляется. Ладно, с огородом разобрались, вроде бы. Займемся сейчас переноской. Но чтобы это было легче, все-таки я сделаю себе, не пожадничаю, наверное, еще сумку. Да, с ней бывают проблемы, с этими сумками. Они проваливаются, еще что-то с ними случается. Становятся неактивными. Короче, страх и ужас. Иногда бывает хорошо все, иногда бывает прям ужасно. Так, бочонки мне внизу не нужны, между прочим. О, и, кстати, их давайте проверим сразу, высокое настроение. Чисто эксперимента для... Ну да, крам точно так же по 10. И точно так же он просто еда. Мы это уже проверяли. Ну, то есть он лечит, как качественная еда, да и все, и не более того. Проверим. Не проверим. Ушло. Ушло. Ладно, черт с ним. Изготовлю рюкзак путешественника. Не так жалко шкуры, как жалко то, что он может просто пропасть. Ну, точнее, пропасть. Ладно, черт с ним. А вот пропасть со всем хабаром внутри. Вот это да. Это может быть действительно печальным. Готовы мы отправиться. Снова заставу Лони. Да, нам нужно забрать. Так, на заставе Лони нужно забрать полезное. Ну что? Теперь мы делаем следующее, да? Ага. Меняемся. Вроде как не исчезла. Уже радость. Ну, наверное, так. Все остальное, если что, на месте скопнем. Так, и волокем теперь обратно нашу сумочку. Здесь все выгребли. Здесь все выгребли. Да, вычистили. Придется наверх сначала макнуть нам, да. Все-таки. Здесь есть что полезное? Все, ничего полезного особо нет. Так, сумка пустая. Ура! Так, куда тебя положить пока что? Ты мне еще пригодишься. А что ты не можешь ее взять? Забавно, ладно. Так, это поменять набор. Эту лежим в сумке. И вот здесь ее положить. Так, она все. Она пуста. Хорошо. Сделайте для адаманта тоже здесь. Стоечку. Наверное, думаю, так. Хорошо смотрится. Так, рядом. Рядом ставим сундучок. Туда оставшийся адамант мы закидываем бодро. Так. С этими рудами тебе надо что-то думать. Да, надо думать по рудам. Вот хорошее место. Начнем располагать наши руды. Угу. Пускай. Пускай так и будет. Так, и расставляем. Это у нас будет железо. Наверное, штучки 3 пока расставим. Под медь. Олово вот так вот чуть-чуть подальше. Железо, медь, олово. Уголь пока там пускай базируется. Ну, а прочие руды пока будем делать так. Ну, начнем с железа. Все, больше серебро, кстати, я плавить пока не буду. Пускай остается. Всего порядка стало больше. Что мне там внизу понадобится? Так, натуральный кварц. Что там был нужен для чего-то? О, слушайте, там же был натуральный кварц, да, их разовый гранит. Я сейчас возьму с собой немножечко. Мы все равно сейчас вниз будем спускаться, еще одну ходку в нем делать. Там можно было эту лампу Дурина восстановить.
Да, страница журнала, я что-то подумал, подумал и понял, что, скорее всего, вряд ли они как эти, как статуэтки будут. То есть нет смысла их с собой тягать. То есть, скорее всего, один журнал собрал, как музнакан, да, и все. Ну, вроде бы все. Вроде бы все, я что надо, сейчас сразу взял с собой. Так. И поехали снова вниз. Надеюсь, это последняя ходка вниз пока что на сегодня. Вот. Вниз, 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 да. Вот. Даже, наверное, сделаю так. Что иногда здесь пока копаешь, кстати говоря, тут не сильно с орками же сталкиваешься. Они тут не беспокоят, поэтому расходуются гораздо быстрее. Здесь ничего полезного. Да, вот медь можно позабирать с собой дополнительно. Так, ну пока сумочку давайте мы положим. Аккуратно. Лежи здесь, все хорошо лежит. Вот сюда хотел сгонять. Вот к этой штуке я подходил, и с ней можно было что-то сделать. По-моему, у меня есть все ресурсы для этого. Да. Теперь можно спеть. Till Durin wakes from sleep. И что это такое? Ну, красиво. Смотрите, 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 смотрите. Сосало. Здесь. Все. Разлом тени всосанный. Всоской. Всосанный. Ну, все, заткнули дырку-то. И красоту навели. О! Ты что нашел? Вот так вот. Пускай будет. То есть мы сейчас, конечно, собирать это не будем, но вот есть тут перья. Красота. Интересно, что, каждую можно так теперь затыкать дырку с тенью? Или нужно именно смотреть, где они есть? Давайте посмотрим. Давайте глянем, глянем, глянем. У нас вот здесь как раз четко за углом. Прям в первой локации. Здесь такой лампы нет. То есть это нужно здесь, значит, строить эти штуки. Ну-ка, почитаем давайте тогда. Тени. Фонари, изгоняющие тени. Эти фонари построены вокруг Хазад-дума, сделаны из натурального кварца, и на них нанесены древние руны силы. Восстановленные, они излучают свет во тьме и отгоняют тень. Их расположение не случайно, они находятся возле разломов. Тут можно поставить. Фонарик, видимо, будет когда-нибудь. У нас пока нету технологий нужных. Можно будет избавить Хазад-дум от теней. Так, отсюда я все выгреб. Теперь меняем. Ух, сумка не упала, хорошо. Всегда страшно. Отлично. Выгребли отсюда всю медь. Это прекрасно. То есть можем даже добрать еще немножко камня. Все. Я даже поменяю все-таки набор. А эту сумку возьму, потому что, ну, тут как бы не такое важное. Важное вот то, что у меня в рюкзаке с собой, да. Отваливаем. Так, и выгружать сейчас будем все это дело. Кстати, я не пробовал смешать их, два напитка. Так, эксперимент. Так.
Это нам дало жажду славы, высокое настроение, да? Так, а это у нас... Так, давайте, чтобы посмотреть, что это такое, мне нужно будет вот так сделать, и на нему будет видно. Это просто вечерний эль. Ага. Ага, это просто вечерний эль. Давайте-ка. Нальем кружечку и сверху накатим. Имеет ли смысл брать и то, и другое? Ха. А эта штука дает решимость. Хм. Имеет смысл брать и то, и другое. Так что мне несколько ходок надо все-таки будет сделать. Что мне может пригодиться? Возьмем еще вот это. Черт его знает. А вдруг там пригодится? Я не знаю. Кристальные глубины. Вот сюда. Наконец-таки. Знаете, что пришло понимание, что мне не хватает одной важной вещи здесь. А именно, склада не хватает на нормального толкового. Утомляющий этот процесс, однако, строительства. Утомительный. Ну, короче, надо колонны вставить, и это... Без вариантов. Без других вариантов. Хотя... Мышки сюда залетают, однако. Это мне не нравится. Вот, ну для камня вот такой вот высоты. Это потолок. Да. Два этажа, это максимум, чего мы можем себе позволить. Ну, в принципе, оно и было ожидаемо. Собственно, стеллажи. Слушайте, а прикольно получилось. Эти балконы перекрыли, типа решетка. Но это не мешает этой гадости сюда проникать. Как ты это делаешь? Как ты сюда залезаешь? Объясни мне. Мышь. А, черт с тобой, мышь. Давайте попробуем еще разочек. Последний шанс дам этой штуке. Ну-ка. Так, взял. И да, бросить. И бросаю. И что произошло? Непонятно, что произошло. Все как будто бы просто исчезло. Просто исчезает и все. Ни света не добавляет, ничего не происходит, понимаете? Мне кажется, что ее просто вот так вот на землю кинуть будет больше толку. Вот здесь вот покидать. И то. Не светит оно ни черта. А, вот так сделаю. Я знаю, что надо сделать. И забыть просто как страшный сон эту штуку. Может, у меня глюк какой-то словил. Я не знаю. Ни разу мне не понадобился спальник где-то в отдельном месте. Так что спальник я оставлю прямо здесь. То есть тряпки с собой таскать не буду. Если вдруг мне где-то нужно будет прямо обустраиваться, тогда я сюда сгоняю. Потрачу лучше чуть-чуть времени, да, чем вот это вот все. Дом Нарве. Ух, до дома Нарве добрались. С собой я еще беру, естественно. Тебя. Еще несколько ходок, да? Начнем мы, пожалуй... Так, этот бочонок мы уже взяли. Возьмем теперь еще вот этот бочонок. Железо. Давайте возьмем железо. Возьмем медь. И возьмем еще перьев. Ну, шкуру возьмем, давайте. Хотя, если что, там сильно надо будет, настреляем. Ну, ладно. Тащим в основном пиво. Да, выходит, что у нас целых 200 метров от лагеря эльфов. О, вот это пропрыг, так пропрыг. Ничего, сейчас еда будет готова. Так, распихиваем еще. Что мы там с собой взяли про запас? Так, также про запас вот это вот все. Ну, кстати, я еще соседний, получается, не разгреб.
Да. I saw monsters in the air. Да, видимо, мыши у нас здесь будут постоянно. Ну, черт с ними. Обидно немножко. Пускай это все лежит просто в одном месте, всякое разное барахло, которое может чисто теоретически понадобиться. А потом уже на месте уже разберемся, да. Так, олово нужно было наверх сейчас сразу вытащим. Мышиные эти каки, в принципе, возьму с собой. Пока игра залагала, извините. Давайте быстро пробежимся. Тут у нас лута, просто вагоны. Ой. Здесь внизу следы братства. Я нашел камешек с хоббитскими символами. Странно, что он оказался здесь в нижних глубинах. Ведь он не сюда, они сюда не забредали. Должно быть, камешек упал вниз. Да, сейчас вон камушки падают вниз. Ха. Так, ну я так зашел пособирать. Ну, с мясом, кстати, здесь неплохо все. Я смотрю. Ух. А, нет, нет, все. Хватит камень Пипина рассматривать. Вот тебе камень Пипина прилетел. Прям в пипин твой. Шкуры какие-то. Ой, что за... Э? Это что за фигня? Что-то новенькое. Отравили? Мне показалось, либо я краем глаза заметил. Что, куда? Так, дверь закрыть. То есть так. Да, на шапку прилетела, будь здоров. Ну, шапка слабенькая, конечно, там. Походу, мне либо показалось, либо от грибов мне прилетело. Ладно. Так, отваливаем, наконец-таки. Ну, давай. О, заработало. Так, меня интересует дом Нарви. Я снова наверху. Это думаю, брать с собой башенный щит или не брать. Брать. Такой хороший. Его ремонтировать не надо, но... Кирка... Да я вспомнил, что надо взять. Мы сейчас возьмем сразу с собой вот это вот сокровище. Да, мы там разложимся. У нас там будет полноценное сокровище, а не вот это вот все. Еще на 20 порций. Не знаю, сколько я там пробуду. Если что, я в конце концов могу подняться. И капусты. Капуста, лук, да. Набор есть. Так, что-нибудь из сокровищ сразу возьмем себе. Туда. Так, нужно по полтинникам, да, раскидывать. Туда засунем янтарь. Цитрин, кучу нашу сокровищ большую. Она вмещает себе аж целых 5. Нефрит. Зелеп. Вот как раз вот янтарь хорошо лежит. Вот у нас получается 1 стак. 2 стак. 3, 4, 5. Да, 5 для украшения. Ладно, побежали. А чё холодно-то? Так, и мне нужно взять с собой будет, чтобы построить, да, гигантскую кучу. Кладезь сокровищ. 800 монет. Значит, нужно 8 слотов, чтобы было свободно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, и остаточки сюда как раз хватает. Так что мы сумку свою хватать не будем. И, наконец-таки, догребаем. Щит. И также мне нужно набрать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 монеточек сверху. То получилось как раз 800. Глянем за наше путешествие туда-сюда. Моталось ли время здесь или же нет? Росло здесь что-нибудь, не росло? Не росло. Ну как бы один день прошел и все. То есть за все это время тут ничего якобы не происходило. Хотя тут явно прошло больше дней. Ну, о, внезапно. Внезапно захотели нам привезти подарков.
Так, ладно. Давайте. Опять я дверь не закрыл. Так, дверь сначала закроем, давайте, чтобы это... Закроем дверь. Прилетало не слабо. Вот она, получается, двоих наткнуть просто. Я вот так просто в наглую, да, решил поступить. Еще? Есть кто? О, есть, смотри-ка. Не успел отблокировать. Да, что-то я ленив, да безобразие. Так, нельзя сражаться. Ладно. Могу себе позволить. На тебе молоточком. Ну, с другой стороны, неплохо, что здесь все-таки осада произошла, а не там внизу. Путь не совсем телепорт. Мы по своим тайным тропам за счет таких камней добираемся быстрее. Ни с кем при этом из врагов не контактируем и так далее. В этом фишка. Так, тем не менее. Учка! Где она у нас будет? Естественно. Конечно же, по центру. Куда же ее еще? Предметы первой необходимости, между прочим. Иметь кучку. О, да, кучка. Так, ну сюда нужно засунуть, в эту кучку. Чтобы было все прекрасно, в эту кучку нужно засунуть. Где? Вот то, что мы туда засунем. Сейчас мы как засунем. Первым пошел янтарь. Второй прошел янтарь. Окей, цитрин. Зелеп. И... Этот вот какой, нефрит. Ага. Нет. Нет. Верните, это алмаз. Нет, не то. Да, алмазы можно запихивать в кучку, если кто не в курсе. Так, все засовываем по новой. Янтарь. Цитрин. Зелеп. И вот, наконец-таки, нефрит. Все засунуто. Нормально. Кстати, металла не зато наволокли в этот раз много мне. Ну что? База у нас немножечко, конечно, в лучшую сторону чуть-чуть улучшилась, но есть проблемы. Да, нам теперь залетают мыши. Ладно, надо привести в порядок свои доспешки. Да, и выдвинемся в путь, но правда уже в следующую нашу встречу, потому что для меня прошло, ну, очень много времени. Для меня прошло уже 2 часа 15 минут, вот. Так что да, встретимся в следующей серии. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр, пока-пока. Счастья вашему дому, до следующих встреч. Понравилось видео, не будь редиской, поставь лайк. И оформи подписку. Пока.